сезон очень тяжелым, сезонов легких не бывает. Думаю, также в моторе это 100%. Всегда перед мотором стоят высокие задачи. И это команда, которая идет к этим задачам и развивается из года в год. Добавилась Sega Лига, очень престижный, хороший турнир с хорошими командами уровня Лиги Чемпионов. Поэтому будет вдвойне, а то и втройне сложнее.